Привет, YouTube! И кто видит данное мероприятие, это, ну, будет началом второй части полноценной по открытию коробок. Впоследствии будет дополнение. Открывает ее у нас Альберт. Принимаем. Спасибо огромное за этот щедрый подарок. Что-то пошло не так, попробуйте позже. Все, попробовал. Забираем. Отправляемся к коробочкам. У нас есть 25 и еще 4 путь воина, которые кто-то не забрал. Ну, погнали. 500 тысяч серебра, полоса препятствий, редкая руда, 4 штучки. Можно Альберту их скинуть. Ему надо. Еще 2 редкие руды. 240 тысяч. Прем. Угу. Ну и пятерочка. Погнали. 80 тысяч. Тонкости работы КПП. Ладно. Знаю, что всем интересно, как это будет. Как это будет. И в принципе. А почему бы не сделать это на стриме? Давайте сделаем вот так. Вторая часть будет полноценной, сразу, сходу. Кто на стриме, увидит ее сразу. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8, 9 и 10. Ровно 1000 коробок. Вторая часть будет также 1000 коробок и еще 25 от Альберта. У нас было 285 тысяч золота. Осталось 186. У нас есть 223 миллиона. 1 200 000 свободки. В этот раз я просто подготовлюсь чуть лучше. И еще у нас есть некоторое количество инструкций. Вот такое. Также. Количество резервов. И также, что у нас там еще остается? И оборудка Т2, Т3. Так. Первая оборудка у нас 31, 28, 29. Вот такие дела. Начало, старт 999+. Ровно 1000 коробок. Ну что, друзья, присаживаемся поудобнее. И погнали открывать. Ай, вкусно. Какой сервер? Первый? Вроде да. А какая разница? Сейчас спросил меня, я даже не знаю. Да, первый сервер. Что-то я даже это выпал с вопроса. Продолжаем разговор. Вы хотели, вам было интересно. Ну, давай. Я только за. Может, кого-то это, наоборот, разубедит. Или наоборот. Ну, это уже по вашему желанию. Взрослые люди все вроде. Но если вы это смотрите на Ютубе, значит, видосик из этого мероприятия получился. Спойлеров не будет, выпал барон или нет, потому что я еще сам не знаю. Но я буду очень рад вашей подписке, вашему лайку. Ну, конечно же, щедрому комментарию хотя бы на пару слов. А почем 100 коробок? 10 тысяч золота. Валь, логин, пароль пришли, еще раз видео записать не хочешь? Не, ну если у тебя такое же количество золота, ты говори, не проблема. Могу приехать в гости с камерой. А ты, Альберт, забайтил стример, а ты посмотри. Он даже не планировал толком.
такой, на, начнем. Ладно, ладно, ладно. Ну, пока, в принципе, сыпет плюс-минус щедро, как мне кажется. И серебришка падает, и эксперименталочка по чуть-чуть. Почему нет? Да во всем виноват Альберт. Можете передать ему привет в комментариях тоже. Потому что вторая часть полноценная, целое видео. Будет благодаря ему. Вот такие дела. Да-да-да. Так, ну, единственное, что интересно, это достать бы барона, получается, из первых коробок. А из вторых, ну, побольше получается компенсаций. Привет, стример сказал передать. А танк гарантированный с какой? Из этих коробок нет гарантированного приза вроде. Он есть из редкой руды, которые падают из первых коробок. То есть в редкой руде гарант 40 коробок. Ну, да, гарант 40 коробок. Но заметь, мы уже открыли 225 штук, на данный момент у нас их 31. То есть в случае, если бы мы сейчас пытались вытянуть, далеко не факт, что мы бы его достали. Вот такие дела. Так, кстати, можно посмотреть, сколько с 1000 коробок будет. Тоже хороший вариант. Достал вашего барона с 20 коробок. Толк-то? Понять не имею. Всем интересно посмотреть, не более. Я сам не понимаю, зачем в это вписываюсь. Ладно, шучу. Мне хочется эксперименталки. Чуть-чуть. Хотя бы второго уровня, чтобы можно было делать. То есть, я заинтересованное лицо. Заинтересованное лицо. Кого не хватает танка? У меня не хватает только барона. Это чип 9 уровня, который просто в стиле. Все. И с названием барон. Красный барон. Все. Заодно посмотрим, насколько будем в минусе. По золоту. Это единственный критерий, по которому будем в минусе. Леста из коробок матрешку слепила. Да? Да, матрешка. Барон без гарантии. Он с обычных же падает. Да, 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 барона нет гарантии. Поэтому у меня его все еще нет. Таким количеством третий можно сделать эксперименталки, и второй тоже хватит. Да, да, да. Сыпется хорошо. Сыпется прям отлично. Оп, еще эксперименталка, оп, еще эксперименталка и серебришка. То есть такой, знаете, своеобразный фарм. Своеобразный фарм. Но, опять же, это если у вас очень много ресурсов. В идеале, конечно, эти коробки открывать, если у вас нету прям танков. Желательно вообще нету из тех, которые там есть. Открывать их за серебришко, как вариант. Ну, если хочется немножко почесать нервы, что ли. Не более. А так... Крутые коробки, хотя многие ругают. Ну, их могу ругать я, наверное, потому что я могу гнаться только за одним танком, который у меня-то в принципе есть. Барон это тот же Чиф. Это просто картинка. Все, это ничего. Вот прям... Ну вот, ноль без палочки, серьезно. То же самое. Мне ТЛ-7 попал так себе. ТЛ-7 это прем 9 уровня. В линии фронта потом будешь фармить. Почему нет? Беляш упал в обморок. После 8 партии впал в кому. Так это твоя проблема, а не коробок. Ну, конечно, моя проблема. Я подбиваю возможно... Ну, в какой-то степени, получается, этим открытием подбиваю людей купить себе коробок. Причем мне за это ничего не дадут. У меня даже кодика нету стримерского. А чиф 9 уровня тоже прем? Да. Чиф 9 уровня тоже прем. Здорово, Виктор. Мне с новогодних сыпало хуже, чем с этих. В формате этого, да.
с этих падает лучше. Ну вот в формате общего какого-то бонуса, мне кажется, да. Но в новогодних коробках даже мне приятно было, что вот количество премов у меня увеличилось. Хоть как-то. А тут у меня уже и так все есть. Для новичка это прям, мне кажется, отличная тема. Алекс, мне кажется, сравнивать, ну, маленького стримера и известного не в узких кругах, мне кажется, это спорный момент. Я уже молчу о том, что золото там несколько иначе. Сколько процентов, посчитай, потом на редкий получилось. В смысле? А, ну окей. Сейчас посмотрим. Бладсикер, привет. Для новичка отличная тема, не ставить танки, а потратить свое время на другое. Это уж, конечно, вариант. На стриме, например. Отвлечься, то есть не гореть. Как я знаю, многие из здесь присутствующих уже давно не играют в эту игру. А чисто пообщаться, потрындеть и развеяться. Да-да, есть и такое. Не знаю, гараж, не знаю. Все может быть, все может быть. Возможно, после событий еще какое-то время будут они доступны. Кстати, по миллиону сыпят так периодически. Прям приятный бонус. Миллион, миллион. Я два или три раза подряд почти миллион увидел. Триста шестьдесят коробок осталось. Уже 100 штучек у нас есть. Осталось немного. Ну что, делайте ваши ставки. Первая ставка. Сколько редкой руды еще нам выпадет? Вторая ставка. Выпадет ли барон? Осталось 330 коробок. Третья ставка. Сколько золота в формате компенсаций стример получит с редкой руды? Так что делайте вашу игру, господа. Открываем свое маленькое казино. Минус 20 тысяч золота. Давай топ-час возьмем. Давай. Давай. $30 000. Я в плюсе буду. Мне нравится этот план. Цена ставки. Но, как вы понимаете, вы можете быть в выигрыше и ничего не отдать, или в проигрыше и отдать. Ну, давайте, если проиграли, ставка не прошла, с вас трек. Ну, давайте так. В случае, если выиграли, ну, получается... Аплодисменты от стримера. Порог быть. Мне нравится этот подход. Мне нравится. Так, 220. Норм вариант. А то. Делайте вашу игру, господа, делайте вашу игру.
Барона не будет. Ты же знаешь, что мыслим и, в принципе, слова материальные. Сейчас вот аопа, барона не будет, но это не серьезно. Ты тут прекращай, пооткрывай редкую руду. Так я специально ее не трогаю для того, чтобы это, посмотреть, сколько с тысячи коробок их выпадет. То есть вот, прям ровную отсечку дать с 1025, извините. То есть тут специальный маневр, план. Это какая тысяча уже? Вторая. А это вторая. Будет один барон и одна компенсация за барона. Ты же видишь, что с каждой десяткой количество коробок уменьшается, не увеличивается. Привет, Вовчик. Ну ладно, я только за. Я только за. Мы топ-4. Отлично. Можно подлить манки, друзья. У кого план? Триммера, видишь? Осталось 110 коробок. Ну. 135 уже нам выпало. Кстати, вроде не так уж и плохо с матрешки получается. Одна десятая. Даже уже превысили одну десятую. Уже более... Почти 15% преобразовались в редкую руду. И где рудный барон? На рудниках вкалывает, получается. Пока других вариантов нету. Пока не пришел. Пока все так же на Марсе или где-то там копает руду. Придется еще 1000 брать. Не. Хватит. Вторая часть и так не планировалась первоначально. Ну и до конца месяца у нас еще есть время. У товарища открыл 20 и упал барон. Открыл 200 и нет барона. 2000 и нет барона. Итак, с 1025 у нас выпало 149 редкой руды. Можно так промежуточный результат посмотреть, чего у нас там получилось. 263 миллиона 186 тысяч золота. Так, эксперименталка. Ну, примерно x2. Да, примерно x2. Был где-то по 30-35, теперь 60-50 плюс. Ну, плюс-минус. Мне где-то на второй сотни он упал. Понятно. Так, ну, кстати, из приятного сейчас будет гарант. И вот и он. Так. Ну, резервное серебро. Декальки. Шесть компенсаций упадет. Шесть. Чуси. Но мне нравится ваш подход. Две 850. Но пока как-то не густо идет. Хочу увидеть 500к свободки. Фе. Да все хотят, я думаю, увидеть 500к свободки. Вроде бы скрин был такой, кому-то выпадал. Этот. Оп, вторая компенсация за бизончика. Так. Кстати, они открываются как-то дольше. Может, мне кажется, но редкая руда как-то подольше открывается, чем марсианские.
2650. А что за бизоны голды так мало? Ну, пополам. Компенсация-то пополам. Ты же за золото получаешь коробки. Покупаешь. Оп! Еще одна випера. Это уже у нас 3, получается, компенсации, да? Дольше. Такое ощущение, что собирается выйти или нет, да? Вайпер. Две 200. Тут у меня такое странное ощущение, что окупаемость у них будет так себе. Так себе. Если оценивать 100 тысяч золотом. Давай там 3 компенсации, а лучше 5. То как-то мы в очень катастрофическом минусе будем. Гарантированная машина в следующем контейнере. 8750. О, Чифтейн. Почти барон, но не барон. Почти барон, но не барон. Всем, друзья, привет, кто присоединяется. 2500. Так, это получается у нас 4 компенсации, правильно? Вот он, твой барон. Ну да. А чиф тоже есть в коробках? Да, но он с редкой руды. А барон с обычных. Все. Контейнеры кончились. И я вас с этим поздравляю. У нас было 286, кажется, тысяч золота. Осталось 244. Количество серебра увеличилось где-то на лямов 50. Свободки тоже неплохо так увеличилось. Оборудонька. В формате инструкции выглядит как-то вот так. Ну, не знаю. Оружейного оборона мы так и не достали. 58450, да? Хороший обмен получился. Средненький. Я подумаю на тему того, будем ли мы открывать еще, но YouTube. Жду лайк, комментарий и подписочку. Давай, YouTube. До скорого. Так.